В военном учетном столе города Муравленко завершена работа по постановке на первоначальный воинский учет юношей 2002 года рождения. Всего ряды допризывников пополнили 175 человек. Не поставлены на учет 11 молодых людей. Это те, кто по каким-то причинам отсутствует в городе. Что касается здоровья пополнения, то, как отметил военный комиссар Владимир Меренский, оно оставляет желать лучшего. Менее 10% допризывников признаны годными к военной службе без ограничений. Среди ограничений по здоровью лидируют ожирение и недостаток веса, болезни глаз, и впервые выявлен очень большой процент допризывников с заболеваниями зубов. Конечно, удивительно то, что из числа я брал только тех, кто годен к военной службе, годен к военной службе с значительными ограничениями. Где-то 28% имеют заболевания зубов. Хотя проблема в том, что вылечить здесь, по-моему, нет никаких.